Виктор Орбан считает, что Киев находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза, а открытие переговоров о членстве Украины было ошибкой. Эти заявления венгерский премьер сделал на съезде правящей партии Фидес, на котором его переизбрали в качестве лидера национал-консерваторов. Орбан утверждает, что в Украине нарушаются права венгерского населения. По его словам, ситуация с образованием на венгерском языке в Закарпатье при СССР была лучше, чем сейчас. Еврокомиссия, напротив, полагает, что Киев выполнил большинство требований ЕС, включая обеспечение прав этнических меньшинств. При этом часть украинского общества недовольна темпами евроинтеграции. В субботу возле мэрии Киева прошла 10-я по счету акция «Деньги для ВСУ». Митингующие требовали от столичных властей отказаться от некритичных расходов на реконструкцию парков и транспортных развязок и передать 20% годового бюджета на нужды армии. На плакатах встречались и лозунги против коррупции.